Вы на самом милитаристском канале X-Top. Всем привет. Смотрим боевое применение новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2 с использованием новых боеприпасов, снарядов с термобарической и зажигательной боевой частью. В отличие от предшественников ТОС-2, функции боевой и транспортно-заряжающей машин выполнены на одной колесной базе, что добавило системе универсальности и автономности. Установлены на шасси армейского автомобиля многоцелевого использования «Урал-63-704». Взрыв новых термобарических снарядов «Косточки» в ночное время внешне напоминает подрыв ядерного заряда. Длина ракет 3 метра 30 сантиметров при весе 173 килограмма или 3 метра 70 сантиметров весом 217 килограммов. Поскольку ТОС-2 рассчитан на наведение огня в ближней тактической зоне до 6 километров, машина оборудована защитой от высокоточного оружия. Система также оснащена современным навигационным и метеорологическим оборудованием и может производить стрельбу с неподготовленных огневых позиций. Напомню, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 приписана к подразделениям химической, биологической и радиолокационной защиты, то есть по-простому химбилдем. Впервые тяжелая огнеметная система ТОС-2 была задействована в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020». Не забываем подписываться на канал. Всем до свидания.